Утилизация отходов по-прежнему актуальна, и если бытовые отходы перерабатываются порой без ущерба окружающей среде, то отработанные элементы питания могут нанести серьезный вред экологии. Непереработанные металлы опасны. Администрация города Чебоксары решила с этим бороться и совместно с управляющей компанией ЭТКЕР установила ящики для сбора отработанных аккумуляторов и батареек. Как работают эти ящики и где их можно найти, выясняла наша съемочная группа. Казалось бы, совсем маленькие с виду, такие батарейки содержат токсичные материалы – ртуть, литий, марганец, медь и ряд других не менее опасных металлов. Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. А в лесной зоне – это территория обитания двух деревьев, двух ротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей. Понятно, что технический прогресс не стоит на месте. В наших домах появляется много техники. Правда, об утилизации отработанной техники, аккумуляторов, элементов питания мало кто задумывается. Все выбрасывают в обычные контейнеры. Правда, есть и такие жители республики, которые хранят батарейки до лучших времен. Не выбрасываю, они все дома лежат. Вот жду, когда откроются, я не знаю, специальные урны, и буду туда выбрасывать. Ну, какой контейнер был бы, где мусор, а куда их выбрасывать? Вот и все. Не выбрасываем. Если бы были специальные ящики, я бы обязательно туда выбрасывала. Для того, чтобы совместно с жителями обезопасить город от вредных веществ, на территории предприятия ТКЕР в качестве пилотного проекта администрация города установила контейнеры для сбора элементов питания. По состоянию на сегодняшний день они уже установлены по 5 точкам. Программа рассчитана для использования среди жителей, которые проживают в обслуженном жилом фонде. Мы думаем, что она найдет должное понимание у населения и затем уже дальше будет развиваться. На 5 ящиках эксперимент не закончится. В управлении экологии готовится постановление об установке контейнеров на всей территории города. Решается вопрос и о сотрудничестве с предприятиями, заинтересованными в организации работ по утилизации батареек, аккумуляторов от бытовой электротехники. Ольга Алексеева, Леонид Клейман, Республика.